Я видела этот клип. Начало клипа мне нравится. Ой, он очень классный. Сразу вид очень красивый, начало впечатляющее. Машинка белая, супер. Нравятся его татуировки, в принципе, красивые. Он мне всегда вообще нравится. Татуировки я тоже люблю. На такой бы машинке я бы прокатилась. Очень интересная, красивая машина. Ну, Тимати, как всегда, в своем репертуаре. Дорогие клипы. Классно, что начало идет с таким смыслом. Послушала, а потом догадывайся, о чем там поют в песне. Его клипы мне всегда нравились. А этот один из лучших. Кстати, очень красивая девушка. Девочка очень красивая, такая эффектная. Очень красивая одежда. Безусловно, красивая девушка в клипе. Как без них, куда без нас. Пока ничего интересного, если честно. Тимати в своем репертуаре. Музыка такая хорошая, кочевая. У него все-таки очень богатые клипы. Тимати, как всегда, песни о любви. В принципе, смысл всех один и тот же. Тоже хочу себе такую кепку. Песня как-то вообще не впирает абсолютно. Все банально. На самом-то деле, люблю его клипы за то, что показывают красивую жизнь. Кажется, очень все беззаботно. Красивая стюардесса. Ну, я сколько лет не видела таких. Тёлка такая типичная. Главное, что вообще песня со смыслом. В последнее время это большая редкость. Девочки, очень красивый голос. Такой нежный, эмоциональный. Чувствуется, что было что-то пережито. Слушать проблемы каждого человека. Не люблю депрессивные песни. Сейчас бы в бассейн такой же большой. Вот эта тёлка получше. У него все клипы такие, там, побогаче. У него, кстати, очень, в этом клипе очень классный прикид. Клип, в принципе, как всегда, у Тимати очень шикарный, эффектный. Просто снятый, ну, вызывает желание смотреть и смотреть. Клип красивый, нежный, приятно смотреть. Сюжет клипа просто отстой. И песня такая же, мне не нравится. Очень классно заснято. Как любая любовная история, воспоминания всплывают своей жизни или истории, которых слышала. Классный у него прикид. Ну, как всегда. Была красивая жена, новая любовница. Чем она лучше? Понять не могу. Легкая песенка. Ой, классный момент вообще в клипе. И музычка крутая. Все по стандарту. Что могу сказать от просмотра клипа? В принципе, только положительные эмоции. Мне кажется, что бы он ни снимал, у него всегда все круто получается. У Тимати всегда очень интересные клипы. Я вообще люблю Black Star. Люблю их исполнение. Ну, в основном пока, конечно, рэп. Что сильно часто он за телефоном в клипе. Некрасиво. Такую песню лучше, она больше лирическая. Ее нужно слушать в таком определенном настроении, чтобы подумать о чем-то, переосмыслить что-то. Ничего такого. Абсолютно неинтересно. Кинул, сел в машину, ушел. Все. Ничего себе. Как я люблю украшения. Класс. Собирался дарить кольцо одной, подарил другой. За просто так. Я бы тоже так хотела. Говорит, аж сжимается все внутри от таких слов. Слишком банальные вот эти вот фразы как-то. Да сейчас вообще самое обалденное. Мне очень нравится, когда медленная такая тихая музычка, какие-то стихи. Классно. Девочке больно. Вот у нее будут перемены. Классная. Очень понравилась. Тимати вообще обожаю. Лайк, конечно, Тимати, лайк. Что касается клипа, мне понравилось. В общем, смотреть приятно, а слушать не очень. Наверное, все-таки лайк. Музыкальная композиция мне не понравилась. Ну, не знаю, ее не хочется поставить себе на вызов и прослушивать обратно. А, скорее всего, дизлайк. Все элегантно, утонченно, ну, все, как он умеет делать. Лайк.
Ну, в принципе, отлично. Мне нравится его репертуар, но просто как клип все одинаково. Этому клипу лайк. Но все-таки больше отражается смысл песни, поэтому какой-то грустячок. А ну такой, с покерфейсом. С сердцами. Милый смайлик. Просто улыбку. Однозначно рекомендую. Я считаю, что стоит слушать такие песни. Конечно, всем. Всегда. Тимати классный. Не доверяю и не рекомендую. Почему бы нет? Если мне нравится музыка, конечно, да. Да, рекомендовала бы. Мы неожиданно оказались на краю пропасти. И сегодня неизбежно кто-то из нас шагнет первым. Я, конечно, во всем виноват. Впрочем, как и всегда. Быстро испариться, улетучиться, как оставлено открытым эфиром.